Несмотря на 14 лет, Марат Казиев воевал в партизанском отряде умело и храбро. В марте 43-го он спас партизанский отряд. У деревни Румок каратели взяли партизан Клещи. Ему удалось прорваться сквозь кольцо и привести на помощь партизанский отряд имени Фурманова, который находился в 7 километрах от окруженных партизан. Летом 43-го Марат разведчик 200-й партизанской бригады. Кроме разведок участвовал в рейдах и диверсиях. За смелость и отвагу в боях награжден орденом Отечественной войны первой степени. В бою на Слуцком шоссе добыл ценные документы, военные карты и планы немцев. Медаль за боевые заслуги, медаль за отвагу получил, будучи ранен, поднял партизан в атаку. 11 мая 44-го Марат в деревне Харамицкие с партизанским связным попал в кольцо карателей. В перестрелке связной был убит сразу. Марату верхом удалось вырваться на окраину, но пули убили коня, он упал и отполз во враг. Отстреливался до последнего патрона, а потом взял в руки две гранаты. Одну бросил немцам, а вторую оставил себе.